В школах области внедряют систему шведского стола. В пилотном проекте участвует и школа села Незнамово Староскольского округа. Ученикам здесь предложат самим выбирать обед. На данный момент есть два варианта организации шведского стола. Первые дети вместе с родителями выбирают рацион на предстоящую неделю, минимум в двух видах. Во втором случае школьники сами определяются с обедом непосредственно при раздаче блюд. Они будут отличаться лишь по способу кулинарной обработки, оформлению, использованию заправок и соусов. Шведский стол появится в Незнамовской школе уже в 2019 году. Организация питания по типу «Шведский стол» позволит разнообразить рацион питания обучающихся, улучшить качество витаминизации блюд, укрепить здоровье детей, снизить их заболеваемость, увеличить охват духоразовым питанием обучающихся. В данный момент управлением образования разрабатывается перспективное 10-дневное меню, а также планируется увеличение штатного состава работников столовой. Что касается буфетной продукции, здесь у нас без изменений.